Если вы хотите добавить в вашей вечерней даче немножечко романтического такого настроения и немножечко колдовского запаха, конечно, вам нужно обязательно посадить энотеру или ночную свечу. Вот он, цветочек, который у меня за спиной. Ужасно люблю энотеру. Она у меня растет уже много-много десятков лет. Сейчас я немножечко расскажу о ней. Вообще энотер много разных видов и сортов, то есть есть высокие, низкие, есть однолетние, двулетние, многолетние, разных расцветок, ну, в основном, конечно, вот такие вот желтые, ярко-лимонные, это вот моя энотера, она двухлетняя, я ее выращиваю из семян, чаще всего это просто самосев, вот они, коробочки с семенами, можно посеять, но чаще всего они насеются сами, и просто выбираешь из розеточек, что оставить, а что раздать друзьям. Так вот, все энотеры, они объединены одним замечательным свойством. Как только наступают сумерки, у них раскрываются цветы. То есть днем или в солнечный день, как правило, они закрыты. В пасмурный, конечно, они могут открыться. И вот цветы открываются, и сад наполняет колдовским, таким необычным ароматом. Очень приятно, особенно когда, видите, кругом цикадки поют, и энотера распускается. Так что замечательный, прелестный цветок.